Это был пипец. У меня, короче, сбило камеру с руку. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. По рассказам, в этом доме жила старая бабушка, ей уже под 100 лет, и якобы она занималась черной магией, ну, то есть колдунья. Умерла она в одиночестве в этом же доме, нашли уже ее через несколько дней. Местные жители говорят то, что, заходя в этот дом, у них начинает болеть голова, им становится плохо. Либо это, опять же, местные байки, либо на самом деле здесь есть какая-то паранормальная активность, возможно, даже и душа той старой бабушки. Я сегодня попытаюсь выяснить, на самом деле тут находится что-то иное, что-то подстороннее. Также на диктофон задам ее вопрос, если здесь что-то есть конкретно, да, то задам вопрос, что ее здесь держит и кто это вообще. Потому что если она занималась черной магией, возможно то, что здесь могут быть и демоны. И, ну, в общем, всякая потусторонняя сущность, темная сущность. Сейчас я вам вкратце быстро покажу этот дом. Дом заколочен, дверь заколочена, поэтому вход единственный вот позади меня, где шевелится занавеска, это единственный вход через окно. Сегодня я здесь проведу ритуал со свечками, со свистком. Дожидаться не буду, буду проводить его сразу. В общем, погнали, друзья. А перед этим хочу поздравить победителей стрима. Победитель стрима Dark Lady. Также победитель стрима и топ-донатер Огненный Цветочек. Сейчас я вам покажу вкратце дом. После смерти этой бабушки здесь все разграбили. Даже вот здесь, походу, стояла печка. Даже и печки нет. Вход на чердак. Вот эта дверь. Она закрыта. Подвал здесь не глубокий. Вещей нету. Здесь стоит разбитый шкаф, стул и икон. Ну, это еще какие-то тут причиндалы. В общем, сейчас я подумал, где мне лучше расположиться. Скорее всего, наверное, здесь. Расставлю свечки. А либо там. Расставлю свечи. И буду приступать к ритуалу. Пока что, вот сколько я здесь нахожусь, минут 15-20, ничего не слышал. Ничего не видел. В общем, все, как все сделаю, включусь. Друзья, смотрите, здесь было зеркало. Я решил, если получится, выпустить эту сущность на время, соответственно, при помощи свистка. Она, эта сущность, шла на свечку. Наша помощница, ну, как бы она рассказывала, что с зеркалами так можно делать. Якобы делаешь дорожку из свечек и одну ставишь в конце, куда, ну, чтобы эта сущность видела, куда идти из потустороннего мира. Я так ни разу, конечно, не делал, но
Попробовать можно. Сейчас я зажгу свечи, возьму свисток. Кстати, вот мне еще сомнительно, чего сомнило, если эта женщина, бабушка, это занималась черной магией, откуда здесь интересная икона тогда? В принципе, на моей практике случалось такое, что, и много историй я слышал, что люди, которые занимались черной магией, они, у них были иконы в доме. Зачем это, как бы, могу сказать. В общем, все, сейчас зажигаю свечки и буду приступать к ритуалу. Сейчас ставлю на запись диктофон возле зеркала. Также по поводу свистка. Я не буду вставлять звук свистка, потому что многие люди попросили меня не делать этого. Боятся то, что к ним домой может кто-то прийти из потустороннего мира. В общем, я вместо звука свистка поставлю фоновую музыку. Так, все, друзья, начинаем. Друзья, здесь реально что-то есть. В общем, сейчас я когда к камере подходил, будто бы такое сильное-сильное притяжение к полу. Аж голова закружилась. Либо эта сущность вышла. Не знаю, слышно вам или нет. Зеркало. Грязное все. Покажись, если ты здесь. Покажи в зеркале. Покажи в зеркале, если ты здесь. Свет выкашу. Хотя он у меня тускло горел.
Ты здесь? Покажись через зеркало. Сущность, походу, в зеркале. В общем, друзья, прождал, наверное, минут 10. Пока что тишина. Ничего нет. Было пару шорохов и стук в той темной комнате. Так, больше ничего. Какие шумы? Thank you.
общем, друзья, все. Я добежал до ближайших домов жилых. Это был пипец. У меня, короче, сбило камеру с рук. Вот эта фигня, не знаю, какая там сущность какая-то бежала прямо на меня с той комнатки. Сбила камеру, но мне ничего не сделала. Я поднял камеру быстрее, все вещи поскидывал с окна и убежал. В общем, все. Это все, друзья, я уезжаю сейчас домой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки будут в описании, друзья. Всем пока. Это жесть была.